Умеете что-то играть? Ты угораешь. Ну, мой уровень тебе не подходит. Не подучить, я не учитель для тебя. Да ты, конечно, умеешь настроение поднять. А я все ждал, думаю, когда же мне какой-нибудь блогер будет разводить на гитаре. Вы просто уже такой второй человек, который... Николай, тебя узнал. На самом деле, я просто... Всем привет, я гитарист группы TLI 3 и играю на гитаре 21 год. И этот выпуск будет из лучших реакций за 2021 год, где я звоню преподавателям и беру у них уроки по гитаре. При этом новичком не притворяюсь, а сразу показываю им свои навыки. Перед просмотром не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Давайте добьем 100 тысяч подписчиков к Новому году. А если хочешь выиграть или приобрести крутую гитару, то хочу порекомендовать музыкальный магазин Skiff Music. Skiff Music — это живые музыкальные шоурумы в центре Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Также более 60 тысяч товаров на сайте. Ребята собрали огромную коллекцию крутых гитар, начиная от редких винтажных экземпляров из США и Европы, заканчивая новыми крутыми инструментами. Каждый шоурум оборудован гитарной мастерской с профессиональным мастером. На все инструменты действует пожизненная гарантия. А доставка осуществляется в любую точку мира. Но это еще не все. Вот уже более года ребята разыгрывают крутые гитары. Заходи на сайт skiffmusic.ru, сделай покупку на сумму от 2000 рублей, и ваш номер заказа это и будет лотерейный билет. Кстати, гитары разыгрываются каждый месяц среди покупателей. Так что желаю всем удачи. Применяй мой промокод Николай Попов на покупку и получи 5% скидки на любой товар. Ссылки в описании. Давайте-то познакомимся еще раз. Алексей. Ну давай. Очень да, приятно. Николай зовут. Уже играли? Опыт какой-то? Ну был, я да? Так, я мало играл, но у меня как бы довольно хорошо получается все. Ну я просто играю уже на 5 инструментах, и мне как бы легко дается гитара. А можешь что-нибудь сыграть, чтобы я примерно понял какой-то уровень игры, чтобы... Вот, ну вот такие простые типа песни там. Типа... Ну, это вообще отлично, не знаю, даже на какой-то на пранк похоже, что-то типа такого. Ну, еще там... Почему на пранк? Ну, знаете, он снимает блогеры, всякие ютуберы. Ну, можно ее покруче сыграть, вот. Я вот хочу, типа, вот... Щелчок добавить. Да-да, все понял, ладно. Что поняли? Ну, это, я так понял, какой YouTube-канал у вас, могу узнать? Почему YouTube-канал? Я же просто сыграл. Ну, тут видно, что профессионал играет. Отлично все. Даже не знаю, не беру смысла в каких-то занятиях, на самом деле. Ну, потому что все реально очень хорошо, я даже не знаю, чему научить. Ну, это же простенькая песня, просто есть же посложнее, там, типа, там вот я медлячок еще учил. Ну, если это не пранк и не ютуб, ну, это я, конечно, сомневаюсь, вряд ли, то ну я реально, я не смогу ничего сделать. У меня еще есть классическая гитара, кстати. Классики тоже не против что-нибудь послушать. На классике, да, что-нибудь вот испанское можно было бы там, типа... Там, типа того... Хорош, хорош. Так, ну все, я тогда жду сейчас
в чате название YouTube-канала, подпишись, лайк поставлю, там все дела. Ну ладно, ладно, да-да, Николай Попов канал называется. А я все ждал, думаю, когда же мне какой-нибудь блогер будет разводить на гитаре. Я прям ждал этого момента, и вот он наступил наконец. Может, ты что-нибудь сыграешь, не хочешь? Да, я даже не буду позориться. Так. Тебя зовут Николай, да? Меня зовут Александр, Саша. Я хочу узнать о твоих навыках игры. Ну, я вот из классики играю, там, Астурию, там, знаешь, наверное, там, типа... Ну, вот, вот это вот там. Ну, это очень, очень хорошо. Интересно, для чего ты хочешь у меня научиться? Ну, я не знаю, вот, что-то типа вот так... Есть? Ага, типа вот такого. Ты хорош, хорош, конечно, хорош. Даже не знаю, удивил ты меня, конечно. Когда на Авито пишет человек, ты же не знаешь о навыках. Да что ты мне сказал? Я пару песен знаю. А ты никуда не записываешь это? Так? Нет, а что? Ну просто зря. Что? Я тебе как... Просто зря, что ты не записываешь. Я тебе как музыкант говорю, что это было бы... имело бы успех. Что ты имеешь в виду? Ну, записывай это куда-нибудь, видосы выкладывай. Типа, видео, как я учителям звоню? ТикТок. Нет. Это ты, конечно, меня можешь учителей реакцию записывать, но я тебе имею в виду, что именно вот как ты играешь, записывал бы это, выкладывал бы куда-нибудь. Ну ладно, на самом деле я записываю. Да? Да. Знаешь, вот у меня просто вот прям реально ощущение было, что меня где-то накалывают, потому что не может человек так играть, ну... который новичок или хочет научиться чему-то вот такому. Ну, я тут просто с девушкой, и я так переглядываюсь, мы оба занимаемся музыкой, гитарой. Вот. Да, я переглядываюсь, и она такая, у нее глаза по 5 рублей, у меня тоже глаза по 5 рублей. Ты, конечно, умеешь настроение поднять. Здравствуйте. Видно, слышно? Да, хорошо, да. Для начала покажу аккорд АН. Ставится на первом ладу, вторая струна. Потом четвертая струна на втором ладу и третья струна тоже на втором ладу. Это АМ, ля минор. Угу. Одну песенку показать, ее можно прямо сегодня разучить. Ну давайте, она да. Легко играть. Сложно, под гитару можно петь, без гитары можно. Даже если вам медведь наступил на ухо, эту песню можно петь, не имея слуха. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Проще песни не найти, мы вам скажем твердо, потому что в них всего целых два аккорда. Эта песня хороша, как костры картоха. Вы, кто песню не поет, поступает плохо. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Какая песенка? Поставь. Ну хорошо, хорошо. Да, у вас не круто. Надо. Что? У тебя гитара есть? Есть, да. Вот он играет. Четвертая и третья. Это АМ будет. Вторая, четвертая, третья. Я еще ногти отрастил, видел, что гитарист играет ногтями, правильно? Ну, это лучше без ногтей.
А я на правой руке специально отрастил, думал, типа, надо. Нет? Ну, иногда бои бывают, но не обязательно же ногтем играть. Можно же и просто подушечкой пальца. Вот такой он бой есть. Вот он там с ногтями надо. Не, я слышал, что с ногтями вот такая музыка играется, типа... типа такой музыки с ногтями. Ну, как вариант, да. Но это табу уже называется, это не аккорды. Да, ну или там испанское какое-то я слышал тоже. Типа... Вот. Ну, у тебя классно получается. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Два раза вниз, два раза вверх. Один раз вниз. А тут на этих аккордах можно, наверное, вот это сыграть. Не знаете? Я такое не подбирала, честно говоря. Классика, но можно не на аккордах, на нотах как раз идет. Что? Классика как раз она идет больше по нотам, чем вот аккордами-то. А, понял. А классику мы не проходим, да? Песни, знаешь, песни подбирать, вот тогда они под аккорды идут. Классика, да. Она так по нотам звучит всегда. Угу. На большую часть. Ну, я видел, да, просто по нотам, вот поэтому ногти отрастил. Аккорды, да. Сложно. Ну да, аккорды, ну просто надо тренироваться, их ставить надо все время. Ну да, это больше тренироваться надо. Вот. Самое главное, что их зажимать надо сильно, потому что если не будешь сильно зажимать, не будет такого звучания. А почему у меня вот такие песни получаются? Вот аккорды не получаются. Ну, я вот могу на следующий раз вот тебе вот эту песню подобрать аккордом, если хочешь. Угу. Перебор тоже, говорю, красиво звучит. Вот, смотри. Да. Можно им попробовать играть. Бас, и потом 3-2-1. Просто я вам этот город золотой подбирал. Показать тебе? Давайте, да. Я, правда, без слов А я играл, кстати, вот так вот его. Похоже? Ну да, очень похоже. Я, знаешь, у меня просто на ноты не хватает терпения, потому что с ними же долго надо учить, тренировать. Аккорды в этом плане проще. Аккорды пока не сложные, ну, чтобы потом баре брать, потому что сначала надо азовые выучить. Да, баре у меня вот уже получается. Вот. Я даже, кстати, мизинцем могу брать баре. Ну вот. Звучит же? Могу, вот я. Вот. Ну, мизинцам это нет надобности, это в музыке Баха, может быть, играется где-то. Ну, вот. Да. Да. Вот, что-то. Что я еще играл? Вот с таким прием, знаете, там, из Титаника песню, знаете? Знаю, ага. Там... Да.
Вообще шикарно звучит, конечно. Ну да, вот учил. У вас есть гитара? Да, вот она. Хорошо. Так. Вы умеете что-то играть? Да, некоторые песни вот изучал. Можете показать? Чтобы как, я сложные или какие-то легкие или что? Легкие, просто, ну, какие хотите. Вот. Хорошо, а сложные какие? Сложные? Ну, вот я вчера учил одну песню. Играть. Поэтому вряд ли я могу вам чем-то помочь. Я вижу это и по руке вашей правой, она очень хорошо стоит правильно. То есть левая рука также играет хорошо. Я думаю, я не смогу вам помочь. Вы какое-то видео снимаете? Почему? А вам такие попадали, что ли, уже, или что? Нет, я сама такие видео смотрю иногда с интересом, поэтому я предполагала, что такое может быть. Вот, но... Здорово играете, то есть сами не поете? Не, или... не пою, только играю. А почему не поете? Не, я могу петь, но как бы да? В основном играю. Ну, хорошо у вас получается. Ну ладно, да, я снимаю видео. Я поняла. Здорово. Ладно. Что я могу вам тут сказать? Изгиб гитары желтый, я думаю, играть вы умеете. А вы что, классику играете или что вообще? Я учусь в музыкальном училище, да, я играю как бы... Ну, кстати, круто. А что это было? Это была тарантелла. Всякие такие, а что еще да, играли, интересно? А, это Вилла Лобос, да? Да, мне тоже он нравится. Ну и так далее. А можете, да, вот этот сыграть, помню. Типа вот тут... Ну-ка, там есть такой момент, я забыл. Я уже давно играл, на самом деле. Кстати, круто, да, я хотел когда-то выучить. Кстати, редко такие преподаватели попадаются, которые играют именно классику. Сейчас. Ты угораешь. Здравствуйте. Бля. Так, что такое? Ну ничего, я там своим. Своим? Да. Николай, да? Правильно? Да. У меня просто первый. Ты первый, кто... ответил на мое объявление. Объявление висит уже давно, но ты первый. Понял. Это, чему научить-то надо, в принципе? Ну, песенки, я не знаю, играть лучше, наверное. А можешь показать, что лучше, в принципе? Сейчас. Thank you.
Ну, я так играть не умею. Я хотел выучить эту песню, но у меня так и не дошли руки до нее. Нормально. Ну, а что-нибудь типа из бочки щелчка, там, из перкуссии, знаешь, что-нибудь? Ну, вот это знаю. Тебя научить тогда, если прям. Ну, единственное, что я могу, это, ну. Ну, типа, что-то такого. Ну, кажется, ну я тоже, да, я знаю. Тебе не подходит. Не подучить. Я не учитель для тебя, честно. Почему? Ну, потому что вот это максимум, что я показал. Ну, я тебе не помощник тогда. Ну, серьезно, просто это... Я к новичкам. Так я, получается, первый ученик еще, да? Еще, да. Первый ученик, да еще и... На самом деле я видео снимаю. Не видел такие видео? Да я знаю тебя. Ты меня знаешь? Да. А ты, подожди, ты вначале... А как ты? Ты вначале сказал что-то... Ты меня узнал с самого начала? Да, я тебя узнал, но потом решил подыграть. Я всех почти ютуберов знаю, гитаристов. Ты... Круто, кстати, играешь. Очень круто. Нормально. Спасибо. 20 лет играешь, я с ним пеню. Ну, уже вот, мне позавчера исполнилось уже 21, можно сказать, играю. 27 мне исполнилось 2 дня назад. Я говорю, объявление институт уже, не знаю, месяцев 5-6, никто не писал ни разу. Сцену поставил, самую низкую. Это не ради денег, а просто, типа, интересно кого-то научить. Ну, хотя бы понять, возможно ли, ну, типа, могу ли я кого-то чему-то научить? Как бы. Но... Пока нет, пока... Ну, видишь, тебя научил, вон как заиграл. А ты на меня подписан, что ли, или ты просто смотришь? Подписан. А, ну я тебя выложу тогда, хорошо? Да без проблем. Здравствуйте, слышно? Что-то видео у меня не видно. Вот. Вы писали, вроде бы вы уже играли давно. Ну, кузнечика играл там. Я просто больше по аккордам и таким песням специализируюсь немножко другим. Скорее мне надо у вас учиться. Может, вы что-нибудь сыграете тогда? Хорошо. Давайте я сыграю. Давайте. Наверное, слишком влюблён. Я снова начал слушать эфиру. Листаю твоё фото в альбома. Мне кажется, ты тысячи раз. Ну круто, круто. Это нервы, да, были? Да. Я даже попробую сейчас. Похоже? Правда, по-моему, вы в другой тональности пели чуть-чуть. Вы просто уже такой второй человек, который... Уже второй, а кто был первый? Ну, тоже мужчина лет 20.
одного года, может быть. И что, он звонил? Тоже мне такой, я хочу учиться играть. Я, хорошо, давайте учиться. Сказал, что умеет играть. Начинает играть, я понимаю, что это скорее я в учениках. А как его звали, интересно? Илья. Илья? Да. Или Ильяс? Или Ильяс, не помню. И что, вы позанимались с ними, что? Минут 10 поиграли, он мне сыграл несколько композиций, я сыграл другую песню. Понял. Вот так. Ну, я примерно понял, кто звонил. А, ну вы тут все знакомы, что ли? Похоже, мне пора убирать это объявление. Могу лишь научить нотной грамоте, играть нет. Но вот на грамоте это до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Да. Ну, где находится где до, ре, где ми? Ну, типа... Нет, просто нотную грамоту. Ну, давайте как. Вот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вот. Мне вас нечего учить, тут я. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме, ссылки в описании. А также не забудь поставить лайк этому видео. Смотрим дальше. С гитарой знаком вообще, вот знаешь анатомию? Ну, то есть, что... Ну да, да, я да, уже пробовал да, играть немножко. А игра на гитаре — это переборы. То есть, в основном переборами, допустим, играется романс. Ну, вот есть романс такой. Ой, сюда. Ну, я могу вот романс показать. Я вот это тоже учил. Вот, вот этот вот, который ты играла сейчас. Давай. Я свое обучение начала с этого романса, я его просто ненавижу. Мне очень трудно давалось достаточно играть с ним. Я вот знаю первую часть, и ну, есть у меня, чтобы именно показать, но сама я его не люблю. Нервы, Земфира, они все играются боем. Бой это... Знаешь, что такое бой? Да, да. А какие знаешь? Ну или умеешь, может, играть уже? Бой? Ну, не, ну да, там... Там. Ну вот такой бой знаю, там какой-нибудь. Ну, например, вот. Ну, несколько боев знаю. Вот. Ты уверен, что не умеешь играть? Нет, ну я... Как бы, не, я умею играть, но можно дальше там что-нибудь. А что именно тебя интересует из игры? Там, например, я учил еще вот, вот такую. Реально не... прикол? Ну, а есть какие-то ошибки? Я даже не могу понять. Отлично играешь. Что значит ошибки? Ну, просто я решил позвонить, спросить, может быть, что-то не так. Там, ну, проверить себя, вот.
Ну, может, там что-то дальше, там какие-то замечания, там нет? Вообще нет замечаний. Я учу пней в основном. Кого? Пней, скажем так, это я так выразилась. Просто вот ко мне приходится такими глазами, что это вообще за кусок дерева. Вот это вот, да. А вот это, да. Ну, понял. Ну, что не умеешь? Я же вроде учитель, мне надо чему-то обучать. Ну... Мне надо чему-то обучать. А чему мне тебя обучать, если ты играешь лучше меня? Ну ладно, да, это прикол был. А, я видео попала? Я видео попала? Да. Вот. Канал называется... Я звезда. Николай Попов называется канал. Вот как я звонил, так и называется. Ну, если хочешь, могу оставить там, если нужно, там, какие-нибудь ссылки или что. Нужно? Да. О, давай, а может, Инстаграм? Здравствуйте. Так, а чему вас обучить? Ну, вы фингерстайлом говорите, учите. Ну, да, аккорды фингерстайл. Что вас интересует конкретно? Ну, не знаю, ну вот у меня гитара. Говорят, надо вот такую, как у вас, да, акустическую. У меня пока классическая вот гитара. А я сколько уже... вы играете по времени? Ну, час, где-то час-два бывает в день. Вы, то есть, ну, сами учитесь, да? Ну, да. Что вы конкретно хотите изучить? А может, вы предложите что-нибудь, нет? Что можете фингерстайлом показать? Мартина, если вы знаете такого. Ну, Мартин Патерзалек есть такой. Угу. Ну, слышал, да. Вот. Могу, в принципе, сыграть. Ну, покажите, да, что-то. Это уж слишком круто так. Это... А долго учили? Ну, я в этом стиле, на самом деле, недолго играю. Ну, конкретно в этом. В сколько? Ну, второй месяц, получается, идет, да. Ну, серьезно говорю. Я до этого увлекался там простым народным фингерстайлом. А народный это простой, это какой? Это что именно? Ну, как? Нет, в смысле... Короче, не то, что простое, а то, что в другом стиле просто. Есть, типа, разные, на самом деле, сложности. У каждой мелодии, у каждого стиля есть своя сложность, но конкретно вот эту барабанщину, как я могу ее назвать, ну, по-другому не назовешь. А какой стиль еще, да, более простой фингерстайл, это какой? Ну, типа... Ну, такое, стандартное именно. Ну, короче, если честно, я пока что умею играть буквально вот сколько. Вот то, что я играл, это «Баба Яга» называется произведение. Ну, и то есть я только в процессе конкретно фингерстайла, ну, другой сложности. Я не профессионал в этом конкретно фингерстайле. А в обычном я могу что-то стандартное вам помочь, ну, научиться там. Ну, или как-то продвинуть вас. Ну, давайте может, что-нибудь попробую там, да, нравится. Что-нибудь сыграть. Ну, я вот в обычном, если...
бомба. Я скажу так, что у тебя действительно, как сказать, есть хороший уровень. Ну, то есть, если не считать вот то, что вот это вот я играл, ну, я это не беру в счет, извиняюсь. Ну, то есть, это достаточно и так сложный уровень, что типа, ну, тот, который именно я вам пытался объяснить, там немножко другая техника, ну, то есть, мне сложно вам это объяснить, но вы, думаю, поняли. А конкретно, что вы сыграли, это действительно тоже уровень. Ну, мне вот показалось, это я вот то, что вот вы играли там, ну, не пробовал, правда, не пробовал. Мне кажется, там больше гитара акустическая подойдет, наверное, да? Да. Мне кажется, нам... На нейлоне такое не совсем получится. И... Так что вам конкретно нужно... Ну, я не знаю, на ошибки у меня были какие-нибудь ошибки? Нет, все было идеально, Вот. В принципе, нечего исправлять, все нормально. Я просто, ну, сейчас в таком сомнении, я не знаю... То, что вам конкретно, у вас все и так идеально в этом стиле, в котором вы сейчас играете, я не знаю, типа, в чем вам помочь. Все стили по-своему прекрасны. Кто-то поет, например, под аккорды. Я вообще на это и рассчитывал, что вы будете петь. А вы и так хорошо сыграли. Ну, я сейчас что-нибудь из классики тогда сыграю, там пробовал. Да, конечно. Roland Dienz Folk, не знаете так? Ну, отрывок. Знакомое что-то. Привет. Как раз я смогу сказать, что вот это уже да, вот это уже у вас уровень. В конце тоже использовали всякие слэпы, всякие... Ну да, там написано, да, было. Перкуссию. Да. Перкуссию, да, то есть, ну, как бы у вас и так скилл. В общем, я могу сказать, что... Боря, привет. Николай, тебя узнал. На самом деле, я просто... Подожди, ты меня узнал, что ли? Да, 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 с самого начала, если честно, короче, когда я отходил, чтобы, ну, просто, я не знаю, чтобы от эмоций отойти, что у меня поднялось давление, и я не знаю, у меня, ну, мне стало, как бы, я испугался, и в то же время я обрадовался, я как бы не знал, что сказать, поэтому я просто отошел успокоиться. Я даже, если честно, сейчас у меня переполняет много эмоций. Это вообще просто, я не знаю, я смотрю, мы каждое твое видео смотрим, и я просто, не знаю, я вообще даже на это рассчитывать не рассчитывал, что типа ты мне, я думал, просто будет обычное занятие с обычным человеком, а тут ты мне тут звонишь. Я вообще думал сначала, что в некоторых твоих видосах, что типа ты встречался с людьми, с которыми я уже видел на других каналах. Я сначала подумал, что это постанова, но сейчас я тебя встретил... И просто, я не знаю, мне кажется, у тебя ни одной постановы нет. А ты, кстати, круто играешь. Я, кстати, так даже не умею играть, на самом деле. Спасибо, вот. Но ты все равно вот эти всякие лютые арпеджио у тебя тоже есть в какой-то части. Но... Когда ты там начал. Но я сейчас планирую такое вот изучать, вот то, что ты играл. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Всем пока. Как, слышно хорошо? Нормально, меня слышно нормально. Так, угу. Я понял, вы начинающий, да? Ну да, не, ну я уже так немного играю, но я учил даже сам немножко песен. Ну, давайте начнем, наверное, с посадки все-таки. Вот, я вижу у вас посадка, ну, новичка. Вот, вообще я в последнее время поголовно замечаю, неправильно сидят, неправильно берут гитару, неправильная постановка рук. Вот, давайте сейчас этим сначала займемся. Возьмите гитару, значит, в правую руку сначала. Так, правую руку. Теперь кладем ее на левую ногу. Вот так. На левую? Да, на левую ногу. Не-не-не. Вот перевернитесь, наоборот. Ну, у меня камера отражает, наверное, нет? В правую руку возьмите. Правую. Вот. И теперь на противоположную ногу кладете гитару. Вот сюда. Нет. Наоборот, наоборот. Вот сюда. Нет.
переверните. Вот так? Да. Не, у меня все. Камера просто отражает. Отлично. Не-не-не, все правильно. У вас получается басовые струны должны быть внизу, вот, тоненькие наверху. Вот, теперь все правильно. Так, басовые струны внизу должны быть? Да. А, понял. Вот, тоненькие наверху. Тоненькие наверху. Да, все отлично. Теперь постановка рук. Так, постановка рук. Да, левая рука у нас кладется так. Так, сейчас. Так, тоненькие наверху. Да. Угу. Кладете левую руку. Ну, у вас нету розетки, выреза, да? Вот, у нас таким образом кисть должна располагаться напротив розетки. Левая. Вот, соответственно, правая рука у нас на грифе. Угу. Вот. Также еще стал замечать, что неправильными пальцами играют. Вот. Обычно у нас как? Большой палец играет басовые, правильно? Струны. Ну, это принято так делать. И, соответственно, остальные пальцы играют на тоненьких струнах. Угу. Вот. Это также неправильно. Нужно большим пальцем играть на тоненьких струнах, остальными пальцами на басах, потому что иначе нам будет неудобно. Угу. Как нам? Или вот так придется держать руку, да, или вот так вот. Угу. Будет неудобно. Вот, и, соответственно, вот эта постановка правильная. Угу. Вот, все отлично. Теперь давайте, может, покажете ваш уровень. Ну, я привык по-другому играть. Ну, это нехорошо, надо нам переучиваться. По-другому, ну, наоборот, как бы гитару. Не, вот так сейчас правильно удержится. Так должно быть. Друзья, кто хочет поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пишите в ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. А также не забудь поставить лайк этому видео. Безымянный палец на четвертую струну, извините. Безымянный палец на четвертую струну? Да. Так. А руку струны брови снизу или сверху читать? Я вот не пойму немножко сейчас. А, ну, снизу. Струны снизу так, читается. Раз, два, три, четыре. Безымянный палец на четвертую струну должен быть. Да. Вот, безымянный палец на четвертой струне. А средний тогда на какой? Средний палец на третьей струне. На третьей, да. Да. Раз, два, вот три. Так. А указательный? Вот видно? А указательный на какой? А указательный первый лад, пятая струна. Первый лад, пятая струна. Ну вот. Так, попробуем. А это мы какую песню учим? А, не, ну для начала аккорды изучим. У нас как бы вводный урок. Затем приступим к изучению каких-нибудь песен. Угу. Так. А, значит, теперь учимся играть какой-нибудь бой. Угу. Играть левой рукой. Чтобы нам играть бой, нам нужно... ну, вообще здесь играется по-разному. Я к этому как бы не принципиален. Можем держать пальцы вот так вот. Угу. Вот. Ну, я привык играть там... допустим, у нас указательный палец вниз, а вверх бьет уже большой палец. Угу. Можно, в принципе, их не отрывать и все время так. Угу. Вот так. У меня уже пальцы болят тут. Ну, понятно, это с непривычки так. Так, да. Сейчас, секундочку. Водички я все налил. Угу. Всохло. Угу. А почему мы так наоборот играем? Ну, обычно ж... Это правильная посадка. Это правильная посадка. Так лучше слышно. Так. Сейчас немножко сбился. Сейчас попробуем. А вам вот так удобно играть на левой руке? Да, это как бы нормальная посадка, я к ней привык. А правой вы не можете играть? Я не знаю даже, не пробовал. Ну просто то же самое я могу сыграть на правой, по идее. Играть, в принципе. Ну. Ну, странный у вас такой подход немножко.
на левую руку. Басовые аккорды, но так, очень это... Это не прикол случайно, потому что что-то как-то странно на левую руку. Это как-то, ну, серьезно. Слышите? Слышно? Да. Нет, почему, почему странно? Почему? Нет. Обычно, ну... обычная правильная посадка. Какая должна быть? Нет, ну это посадка для левшей. И тем более там струны нужно переставлять. Нет, ну, как видите, играется неплохо, вроде бы. Но на правой этой руке лучше. Так вы все-таки умеете играть, да? А Владимирский централ я вам писал, типа, вот то, что будем изучать или нет? Не, ну давайте сначала аккорды хотя бы научимся. Я просто вчера уже начал его изучать, кроме припева. Боль делать. Ну так дальше изучайте после припева. А после припева там сложно. Припев там... Там дальше вот все завис. А припев, там что-то я смотрел, там... Ну, как раз вы сейчас же припев и сыграли. Нет, это был куплет. А припев вот я не доучил, вот я поэтому и хотел позвонить и доучить дальше. А вы мне начали объяснять на левой руке там что-то там. Как это... Daylight 3 поживает? Нормально? Нормально. Так, ты меня знаешь, получается? Да, знаю. Меня зовут Камила, преподаватель по гитаре. В этот урок мы с вами изучим основы для игры на гитаре. Поставим руку, изучим основные аккорды, бой, перебой. Вообще до этого играли на гитаре? Ну, так, пробовал, но не особо. А гитару мне взять или как? Да, можете уже взять, да. Вот у меня... Есть аккорд ЕМ, это самый, наверное, простой аккорд. ЕМ это вот это, да? Да. Есть перебор, это с приглушкой, то есть это... Да, все верно. Очень хорошо получается. Мне кажется, что вы не первый раз играете на гитаре. Так. Очень хорошо получается. Может, песню какой-нибудь переборчиком посмотрим или нет? Есть песня «Прятки» там. А, это Хама и Наваи, да, песня про «Прятки»? Да, но такая проблемка, там играется песня вот с каподастром. Ну, давайте попробуем, да, у меня есть каподастр тут тоже. Вот. А, есть каподастр? Да. А, есть. Есть каподастр, да, на какой, на четвертый лад, да, или на какой? На пятый. А, на пятый. Там играется перебор. Понял. Ну, то есть узнаваемая уже мелодия. Вот так, да? Да, так. А потом D7, да? Да. А дальше что-то меняется? Дальше. А, кстати, не знаете, у него есть еще другая песня, вот такая вот.
по-моему, вы не первый раз играете. Там дальше там какое-то продолжение есть, я забыл его. По-моему, не первый раз уже играете, это хорошо. Ну просто вы напомнили песню «Прятки». Удивлена очень. Давно не слышала хорошие игры на гитаре. Да, учил вот эту вот еще, но что-то она как-то... Но она пока не отработанная, вот, ладно. Сейчас. Вы не первый раз играете. Не верю я. Все, дальше не научил. Вы точно нигде не играете? Не, нигде не играю. Почему-то мне кажется, это какой-то пранк. Ну, я играю, да, я гитарист одной группы, вот еще одной там. Вот. Ну, правильно, да, угадал, это пранк был, на самом деле. Ну, мощно, мощно. Вот. Это прям... Я прям кайфанула. Давно не слышала хорошей музыки после карантина. Так, ну, да ничего, практически пачку сигарет когда-то мне показывали. Вот. Ну, сыграйте. Практически все аккорды были неправильные, кроме первого. Сейчас я открою доску, там будут рисовать аккорды. Ну, хотелось бы, чтобы не только аккордами, а еще как-нибудь какие-нибудь там типа переборы, там, вот, типа того. Ну, фингерстайлом я сама не владею, но обычные переборы, к примеру, там просто... Такое только могу. Фингерстайлу сама еще учусь. А. А что мне, собственно говоря, дать-то, если ничего и не надо? Да я сам не знаю, просто, да, решил так, просто звониться так. Ну, не знаю, просто давай поиграем, что-нибудь сыграешь, там, я тебе сыграю, вот. Давай ты начинай лучше. Да не знаю, я, кстати, сейчас начал играть, я хотел акустику взять, начал настраивать, там струна порвалась просто. Капец. Опять. Здорово! Мне до такого еще далеко, конечно, у меня вообще ничего не получается. She helped me
when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me? Не узнал? Кого? Меня? Нет. Только я была с непокрашенными волосами. А, ну нет, еще не узнал, нет. Сейчас. А минуту. Да ладно, узнал я на самом деле. Что-то ты не повелась, я хотел это. Вот. Так вот. Я думал, ты меня узнаешь или нет? Что? Почему, говорю, под Константином теперь решил? Под Константином? Ну, чтоб не узнали. Точнее, чтобы ты не узнала. Вот. Понимаю. Тогда сказал бы, что у тебя с камерой проблемы. А тебе решил позвонить, захотел превью с тобой. Понятно. Просто я в тот раз выпустил с тобой ролик, и много было всяких комментариев. Я так почувствовал, что все хотят тебя видеть. У тебя уже узнаваемая личность такая. Лицо твое узнаваемое. Прикол. Если понравилось видео, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео друзьям. Также смотри предыдущие мои видео, они где-то вот здесь. Всем пока!